За первые 6 месяцев текущего года прокуратура Орджоникидзевского района в Магнитогорске провела 20 проверок и выявила около 60 нарушений закона в жилищно-коммунальной сфере. 2 должностных лица привлечены к административной ответственности. В отношении 5 руководителей управляющих компаний административные дела находятся в суде. Кроме того, руководителям предприятий жилищно-коммунальной сферы внесено 14 представлений с требованием об устранении выявленных нарушений закона. По результатам их рассмотрения 10 должностных лиц, виновных в допущении нарушений в сфере ЖКХ, привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. Нарушенные права граждан восстановлены. Ответственным должностным лицам организации жилищно-коммунального комплекса объявлено 19 предостережений о недопустимости нарушения закона.